В единый день голосования на территории Ненецкого округа открыт 51 избирательный участок. По подсчетам избирательной комиссии НАО, участие в выборах примут 33 тысячи граждан. Напомню, сегодня жители округа примут участие в выборах губернатора Архангельской области. В Нарьян-Маре пройдут также дополнительные выборы двух депутатов в городской совет по портовому и центральному избирательным округам. О явке и предварительных данных о голосовании нам рассказала секретарь избирательной комиссии Ненецкого округа Лариса Свиридова. Работа проходит в штатном режиме без нарушений. Хотелось бы отметить, что данные о явке мы получили на 10 часов и на 12 часов. На 10 часов явка избирателей составила 3,37% и на 12 часов 6,12%. В абсолютном исчислении это составило 2037 человек. После 20.00 комиссия приступит к получению данных с участковых избирательных комиссий. Всего у нас их 51, как я сказала. Путем суммирования мы получим общий результат, сообщим в избирательную комиссию Архангельской области, где будет потом известен результат уже по Архангельской области. Это что касается выборов, досрочных выборов губернатора Архангельской области. Но мы знаем о том, что в Ненецком автономном округе у нас проходит еще ряд муниципальных кампаний. Это в Тельвиске, в Виске и в городской совет городского округа, город Нарьян-Мар. Мы можем сказать о том, что избиратели голосуют активно. На сейчас у нас проголосовало 208 человек по избирательному участку номер 48 и 185 человек на избирательном участке 47.